Сотрудники ГИБДД города Орска провели для учащихся 25-й школы настоящий урок мужества, на котором еще раз напомнили о правилах дорожного движения. Проблема безопасности детей на дорогах актуальна, и поэтому мы стремимся к тому, чтобы дорожно-транспортных происшествий, которые несут плачевный результат, совсем не было. И мы проводим различные мероприятия. Сегодня, например, мы пригласили в школу на беседу ветерана МВД, бывшего начальника ГАИ, который рассказал о развитии ГАИ, о своей службе в госавтоинспекции. Хоть и напоминают родители каждый раз, провожают в школу, преподаватели в школах напоминают, создают в школах и юных, и отряды юных инспекторов ГАИ, значит, ну сейчас ГИБДД. Все это доходит с трудом, потому что это дело времени. С праздником наступающим! Спасибо, дочь. Пожалуйста. Мы, в свою очередь, напомнили, чтобы ребята выполняли и соблюдали правила дорожного движения. Ну, ребятам, конечно, это все нравится, и вот в 25-й школе очень хорошо работает отряд УИД. После таких бесед они проявляют внимание. Вас приветствует отряд «Что и школьников, ребят». У всех у нас опрятный вид, ведь мы представляем Орский ЮИД. Узнать о правилах дорожных без самого понятия сложно. Многие, мало того правила, не учат тщательно, еще рассеянны и невнимательны. Вокруг не видят ничего, хоть крутят головою. Сами убедитесь, вон пример живой. Не видя ничего вокруг, играет в мяч девчонка. Надо оградить от опасности ребенка. По окончании встречи сотрудники ГИБДД вместе с ребятами еще раз вспомнили о правилах поведения на дорогах, о возможности детского травматизма. Данная встреча проходила в форме диалога, поэтому каждый школьник получил ответ на интересующий его вопрос. Светлана Комарова, Артем Абапов, телеканал ЮТВ, Орск.